Добрый день, с вами Дина Краснова, и в сегодняшнем видео я расскажу, как можно разбить платеж выписки. Например, если вы делаете платеж в одной выписке по разным договорам, либо по разным ставкам НДС. Сейчас в документе списания доступно разбивать платеж. Вот здесь вот есть такая гиперссылка «Разбить платеж», которая позволяет вот эту сумму разбить. То есть, например, по разным договорам, если эта сумма, например, не по одному договору, а по разным договорам или по разным ставкам. И для того, чтобы эта сумма разбивалась, необходимо, чтобы в интерфейсе, это закладка администрирования интерфейс, вот здесь вот не был установлен флажок «Редактировать реквизиты платежа списком». То есть, если вы выбираете «Редактировать реквизиты платежа списком», данная функция будет недоступна. Поэтому смотрите, чтобы здесь флажка не было. И вот так вот будет выглядеть, если мы разбиваем платеж. Например, вот у меня есть документ, где платеж разбит. Вот здесь сразу отображается, что у меня две строки. И если я захожу по гиперссылке, здесь видно, что у меня разные ставки НДС, поэтому платеж разбивается на две суммы. И таким же образом можно разбивать платеж, если у вас в одном документе идет списание средств по разным договорам. А вот такая полезная функция доступна в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0. А я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал и увидимся в моих следующих видео. Exile.